Добрый день, уважаемые выпускники! Экономический факультет университета приглашает вас на учебу. Мы готовим очень востребованных специалистов для нашей отрасли агропромышленного комитета. Мы готовим по трем специальностям. Это, значит, экономика, менеджмент и коммерция ВПК. Наши специалисты очень востребованы, особенно в это время, когда и у республики, и у Российской Федерации стоят такие крупные целевые задачи, и указом президента Российской Федерации обозначены до 2035 года в доктрине продовольственной безопасности, а также в стратегии развития арктической зоны. В нашей республике точно так же действуют такие глобальные документы, как стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года с целевым видением до 2050 года. А также имеется своя стратегия развития арктической зоны. Все эти документы, конечно же, требуют хорошо подготовленных специалистов, особенно для сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса. И ждем вас на обучение. Кафедра «Отраслевая экономика и управление экономического факультета» отвечает за реализацию образовательных программ и является выпускающей кафедрой. Мы ведем подготовку специалистов, необходимых для агропромышленного комплекса республики. Экономисты должны осуществлять экономическую деятельность предприятия и должны планировать, анализировать деятельность и развития данного предприятия. На факультете обучаются студенты очного и заочного обучения. На 2021-2022 учебный год у нас имеются бюджетные места, и мы с радостью, с удовольствием приглашаем выпускников школ поступить и учиться на нашем факультете.